Всем привет! В этом видео я покажу распаковку пулемета «Максим» 44-го года. И как вы думаете, на чем он вооружении? Конечно же, ЗСУ. Калибр такой, что просто бошки отрывает русне. Поехали! Вот такая вот прелесть. Красота. Брендович. Аккуратно. Ай, блядь, сука, гвоздь нахуй. Давай. Сука, чуть не продал. Так он сейчас легче станет, да? Сразу. Может быть, знаешь, что. Так можно же. Посчитай с каждой стороны по сантиметру можно. Кто не отпадет? А ну покатай. Пулеметище достали, теперь задача его очистить от консервирующей смазки. На треногу ставили. У нас на треноге стояло. А ну, я говорю, вот это вещь. Лупы, блядь. Там не попал, у меня это зашло. Вот он уже вылез. Вот так, вот толкай, толкай. О, все. Вот так. Папка с нашим алкоголем. После покупки стоял в гараже, да? Гаражное хранение. Это машина не нашла. Все почистили, теперь мы устанавливаем пулемет на вот такую станину. И скоро я вам всего покажу, как с него стрелял Чапаев или Петька. И устанавливаем. Тут надо повернуть такую шняку. Защитный кожух. Защитный как? Кожух. Защитный кожух. Нет, тут надо поворачивать. Пазы. Ну что, ленд-лиз получен. Пулемет Максим собран. Еще, я еще вам покажу, как он работает в бою, поэтому не забываем подписаться, поставить лайк этому видео и нажать на колокольчик. Но мы непобедимы, слава Украине, а Путин гандон.